Ежегодно в территориально-производственном предприятии «Лангепас» «Нефтегаз» чествуют своих героев, трудолюбивых и сильных духом людей, настоящих профессионалов, посвятивших свою жизнь благородному труду в сфере топливного и энергетического комплекса. Среди 15 лучших специалистов на доске почета ТПП и Хамдам Камолов, ведущий инженер производственного отдела обустройства месторождений и ремонта. Более четверти века Хамдам Камолов живет в Лангепасе. В нефтедобычу пришел не сразу. Сначала попробовал себя непосредственно в строительной отрасли. И вот уже 14 лет занимается возведением объектов в Лангепас-нефтегазе. Грамотного и целеустремленного специалиста сразу заметили. Я начал работу с мастером строительного участка, потом прорабом, когда-то начальником участка работал, потом сюда инженером первой категории, в службу заказчика. Так как я уже опыт набрал на стройке, на поле, как говорят, уже, в принципе, чувствовал, что могу тут работать и контролировать ход строительства. Кроме того, руководители хорошие очень хорошо помогли. В настоящее время Хамдам Дадажонович курирует работу стратегически важных объектов. К ним относятся и площадочные. Это дожимные насосные станции, блочные кустовые, котельные, которые ранее были возведены при его участии. С недавнего времени и объекты у ППНГ. Наша работа даже очень интересная, потому что созидательная. Приедешь на чистое поле, оставляешь за собой объект, готовый к эксплуатации. Поэтому, например, мы ДНС-20 строили. Там было чистое поле, приехали, с нуля начали, а оттуда ушли, когда уже там красивый объект, стоит и до сих пор работает. Как отмечает сам инженер, строитель – самая созидательная профессия в мире. Для Хамдама Камолова это большая гордость видеть результат труда, который приносит пользу не только родному предприятию, но и экономике города. Хамдам Дадажонович, во-первых, заслуженный специалист, высококлассный специалист. На нем всегда объекты повышенной сложности, в частности, наш завод газоперерабатывающий. А это, сами понимаете, ответственность, это техника безопасности, это взрывоопасные работы, там много чего. И этот человек на протяжении многих лет хорошо, отлично справляется со своей работой. С незапамятных времен человечество находится в поиске формулы счастья, и у каждого она своя. К примеру, Хамдам Камолов добился определенных успехов не только в работе, но и в семейной жизни. Он счастливый отец четверых детей. Все они окончили школу с золотой медалью и уже получили высшее образование. Сара Тураева, Дмитрий Филимонов, «Наши города».